золотоискателей до молодежного хита и высокого подиума. Сегодня день рождения создателя джинсов Levi Strauss. Отыщем на улицах Минска американский стиль и не только. Is creeping up on you. No confiding, no abiding to no rules. And now I'm content knowing that I'm there with you. Джинсам я вполне положительно отношусь, я их ношу каждый день. Самая удобная для меня одежда и комфортная на любое время года. В принципе, сочетаю с чем угодно. Это майка любая, пиджак бывает сверху надеваю. Свитшот я заказала девушке с Украины, она делает иллюстрации сама и потом наносит их на одежду. На самом деле я просто предпочитаю цветовые total луки, и зачастую это в светлых оттенках. А так как сегодня у меня было хорошее настроение, солнечная погода и завтрак в компании друзей, то вот как раз все совпало, чтобы его и надеть. Мне нравится мех с шелком, это красиво, и кружево. Еще со мной всегда моя любимая сумка от Макса Миронова, это наш белорусский дизайнер, очень талантливый. Можно носить вообще с любой одеждой, со спортивной. Ну, у меня сегодня пальто, деловой стиль, также сочетается. Джинсы можно носить и с туфлями, и с кроссовками. Также можно вот с тельняшкой, очки, шапка. Уже классный стиль. Мне захотелось чего-то яркого. Вот у меня красные варежки, шарфик. Скоро 8 марта, праздник.